Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемым о вырубках реликтового леса на севере Омской области. Также известно о первых задержанных. Пока их имена не разглашаются, известно лишь то, что обвинение предъявлено предпринимателям, отцу и сыну из Тарского района. Они пилили вековой реликтовый лес. К этой проблеме внимание привлек наш телеканал. После серии материалов о черных лесорубах было проведено официальное расследование. В Следственном комитете пока оценили ущерб в 4 миллиона рублей, но это не окончательная сумма. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи работают над установлением других подозреваемых лиц, в том числе из других структур, и следствие интересует коррупционная составляющая.